В день крещения Руси в Спасо-Вознесенском соборе города Ульяновска прошло массовое крещение младенцев, рожденных 12 июня в День России. Семьи с малышами съехались со всех уголков Ульяновской области. Для них это большое событие и праздник. У нас родилась 12 июня в День России маленькая девочка, Маргарита мы ее назвали. Сегодня в день крещения, праздник сегодня большой, крещение Руси Киевской. И вот в такой праздник нам предложили покрестить нашу малышку. Вот мы так оказались здесь. В соборе мы встретили многодетную семью Прокопьевых из села Большие Ключищи, которая стала победителем акции «Ради патриотов День России». 12 июня у них родилось еще двое сыновей – Илья и Денис. Малыши уже крещенные, но родители пришли в храм, чтобы мальчиков благословил сам владыка. Для нас вообще крещение много значит, потому что мы тяжело вынашивали, во-первых, очень много верили, молились, чтобы наши детки выжили. Поэтому все в молитвах и происходило от начала до конца практически. Ну и благодаря, наверное, этому во многом наши детки все-таки здоровы, они с нами сегодня, поэтому мы здесь. Массовое крещение детей в этот день в Ульяновской области стало традицией. Оно проходит на территории региона в третий раз. Мы предлагаем нашим верующим прийти в храм и крестить своих детей в день крещения Руси. Мы поддерживаем это начинание, направленное для поддержки демографии, и хотим сделать тем людям, которые родили детей, которые являются многодетными семьями, хотим собрать их еще раз всех вместе, чтобы поблагодарить их, чтобы сделать для них небольшой праздник. Таинство крещения провел митрополит Симбирский и Новоспасский Анастасий. По завершении таинства владыка поздравил родителей и малышей с важным событием в жизни их семей и обратился с напутственным словом к восприемникам. Господь будет наполнять своей благодатью вашу жизнь, и даже через тернии и скорби вы все равно будете видеть радость. Потому что родились вот ваши дети, а для них надо жить, для них надо иметь общение с источником жизни Богом. И самое главное, делать все возможное для того, чтобы мир и радость всегда присутствовала в вашей семье. Я поздравляю вас и желаю, чтобы Господь хранил вас на многие и многие лета. В день крещения Руси в соборе были крещены 10 младенцев, которые родились в День России. Напомним, всего 12 июня в Ульяновской области появилось на свет 40 малышей. Но многих малышей заботливые родители уже крестили. Ирина Антонова, Даниил Сурков, Новости Ульяновской правды.